Приветствую вас, друзья. Ну что, готов наш 225-й тягач. Это у нас вездеход 2012 года выпуска, с мотором КАМАЗ, с коробкой передач ZF-16. На мостах Мадара 31 зубьев. Ошиновка здесь у нас двухскатная, с возможностью перенести на односкатку. Поэтому здесь у нас мосты универсальные. Седло Джост. Два бака, один на 500 литров, с левой стороны на 350 литров. Кабина со спальником высокая, белого цвета с сочетанием черного. Панель приборов у нас здесь железо. Сиденье пассажирское с ящиком, спальник, черный потолок. А водительская у нас тут на пневме. По всем вопросам пишите в WhatsApp, либо звоните. Оставлю номер телефона. Обращайтесь, друзья. Спасибо.